Ти нет такой хорошей библиотеки, как наша. Одна из найкращих и одна из найстарейших. Вы знаете, что в нашей библиотеке больше 90 лет. В нашей библиотеке больше 90 лет. Вот вы до дома прийдете и запитаете у своих батьків, дідусів. Батьки, можливо, і ваші не зовсім скажуть, але бабусі, дідусі вам скажуть, що на території Саксанського району було велике підприємство «Рудник імені Кірова». І ваші батьки, я думаю, можливо, працювали на цьому рудніку. Рудника Кірова, на жаль, немає вже такого підприємства, а бібліотека залишилась, палац культури залишився. Палац спорту колись була, тепер бібліотека, спортивна школа номер 10. Це все будували ваші дідусі і бабусі. Ви повинні це знати і цим гордитись. Я б не хотіла, щоб ви зі мною говорили зараз. І через це я б хотіла, щоб ви просто знали, що ви зайшли в палац культури. Культури. Саме слово визначає, хто ми тут. Ми тут культурні, виховані люди, які хочемо пізнати більше. Ви зайшли в храм мудрості. До вас, я от не замітила, щоб ви підійшли до стенді і подивились книги. Книги лежать ось тут, унікальні. Зовсім, вони ще пахнуть фарбою, правда? І тут книги теж унікальні. Ні в одній бібліотеці ви цього не знаєте. Чим відрізняється від інших бібліотек? Це я вам говорю. От ветерани праці вони знають, вони нас часто бувають, а от ви в нас перші. І я б хотіла бачити ваші очі. Я б хотіла, щоб ви мені слухали. У нас трошки технічні такі неполадки, але це не страшно. Головне, щоб ми не йшли спільну мову. Добре? Давайте. Наша бібліотека відрізняється від інших бібліотек. Ви вже, якщо ви в 9 класі, ви якраз переходите в дорослу бібліотеку, в доросле життя. Ви стаєте дорослими. І бібліотеками треба вам користуватися. Не вірте в те, що в інтернеті все можна знайти. Так, там дуже багато можна знайти. І це, знаєте, як шпаргалка, все можна знайти. Але підтвердження, що це там правда, що це вірно, на жаль, знаєте, невідомо, хто автор тих статей, які там. Треба знати ті сайти, де можна щось знайти хороше, добре, правильно, історично правильно. Через те, от у нас в бібліотеці, на жаль, зараз немає, але в нас все рівно, через якийсь місяць у нас буде Wi-Fi, у нас буде доступ до інтернету, у нас трошки технічні неполадки, які вас, я так, не зовсім але вам потрібні. І друковані видання. У нас в бібліотеці, от якщо ви йшли по коридору, довгий коридор ви йшли, правда? Так ось ви якраз обходили книгосховище нашої бібліотеки. Воно в мене за спиною. Книгосховище бібліотеки, де там налічується більше 40 тисяч примірників друкованих видань. Більше 40 тисяч. Є, знаєте, які читають ось, їдучи в тролейбусі чи в трамваї, а є книги, які, знаєте, у рік, можливо, один, два, три, п'ять разів візьмуть. Це ті, які дуже цінні, не за грішми, а за своїм змістом. У нас в бібліотеці дуже багато періодичних видань. В першу чергу, краєзнавчих видань. Чому? Тому що ми вже 10 років працюємо за цільовою комплексною програмою краєзнавства «Обереги Отчого краю». І якщо от ви пишете наукові роботи, я закликаю вас приходити до нас і користуватись нашою бібліотекою. Краєзнавчий фонд в нашій бібліотеці найкращий у місті. У нас кожну четверту п'ятницю збираються літератори, криворізькі літератори, літературне об'єднання при альманасі Саксагарі. Альманах Саксагарі у нас із 91-го року саме його початку. Він в нас в бібліотеці є.
У нас червоний гірник з 90-го року зберігається. З 90-го року, мабуть, у вас ще не світ. Саме головне, у нас є міні-музей історії рудника Кірова. І ці всі документи, які в нас є в цьому музеї, вони ні в яких бібліотеках, навіть у музеї нашому історико-краєзнавчому військовому, ви не знайдете. У нас є така газета «Кіровець» із 1958 року до її закриття, до 2001 року. Єдиний екземпляр у місті. Через те, якщо ви, знову ж говорю, якщо ви хочете бути мудрими, красивими, розумними, успішними, приходьте до бібліотеки, навчайтесь. Черпайте цю мудрість віки. Правда? Правда? Якщо ви пишете твори, прози чи поезію, теж звертайтесь до нас. У нас літератори криворізькі вас навчають, художники криворізькі вас навчають. Чому? Тому що у нас в бібліотеці працює літературна мистецька студія «Культурна середа на творчій кухні». Кухня творча. Коли професіонали навчають початківців, неважливо, за яким віком, чи такі, як ви, чи старшого віку, але це можна у нас навчитися. У нас навчаються, хто бажає навчатися в подальшому, вибере свою стежинку в доросле життя, бути журналістом. У нас проходять такі заняття із заслуженим журналістом України Штельмахом Володимиром Васильовичем, який навчає індивідуально дітей іменно цієї професії. І нам є чим похвалитися. У нас такі є діти, які в цьому році Маша Матяш і КЗШ номер 27, рудник Леніна, вона поступила у Львівський, я бачу, національний університет на факультет журналістики. У нас Леся Сухомлин, яка 118-ї школи, на 6-й мікрорайоні. Вона у нас навчалась і вже зараз на 4-му курсі Бердянського університету факультету журналістики. На бюджетному. Тому що діти вибрали правильну дорогу. І я вас прошу, вибирайте правильну дорогу. Це трошки про бібліотеку. Зрозуміли? Трішечки я відкрила. І ще скажу, що наша бібліотека – єдина бібліотека в Кривому Розі і навіть в області на такому рівні працює. У нас досить тісні зв'язки з громадами національних меншин. Поляками, німцями, євреями, росіянами, молдаванами, чеченцями. У нас ми тут говоримо про ці народи, зберігаємо етнос, вони рутуються, збираються у нас у стінах нашої бібліотеки. І якщо у вас є такі національні корені, ви можете до нас звернутися і ми вам допоможемо з ними зв'язатися. А це шенгенська віза, а це навчання за кордон. Ви розумієте, про що я говорю? Ви ж 9 клас? Вже 10-й, 11-й для вас. Оце трошки про бібліотеку. А тепер хочу сказати, що в цьому році вперше ми на День українського козацтва, 14 жовтня, ми святкуємо День захисника України. Вперше. І я б дуже хотіла, щоб ви любили Україну, оцю землю, де ви живете. Ви знаєте, не все подобається те, що відбувається на нашій землі. І війна, яка зараз іде. І не завжди люди, можливо, знаєте, здається, справедливі. Але, ви знаєте, все стає на місці. І все стане, все проходить. Добро все рівно буде. Переможе добро. Завжди. Якщо ми будемо людьми. В першу чергу, якщо ви будете людьми. Бо в ваших руках має бути наша Україна. Нашої держави і нашої землі. І завжди, знаєте, як ви маму і батька не вибираєте, вони вас народили, хороші шпані, але ви їх любите, які вони не є, правда? Отакі землі треба просто любити.
Криворіжжя – унікальне місце. І люди тут золоті. І ви золоті, якщо вже до нас прийшли. Я вам просто зараз хвилиночку включу. Я ж нічого смішного не сказала. Я хочу, щоб ви уважно це подивилися і задумалися, і настроїлися зовсім на іншу хвилю. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Звертається до таких захисників. Ти охоронець, ти вогнекрилий воїн, знаєш мови, жартуєш, читаєш вірші, та потужно озброєний сонячним променем чатуєш на блокпосту моєї душі. На блокпосту душі, у сплетінні сонячнім, там, де печуться життя запашні кліби. Люди приходять з борошем і без борошна, кожному є окраєць і кухоль води. Тільки вже засюди тим ворогам, воронам, бестіям чорнокрилим з клеймом війни.
ти захистиш мене, мій відважний воїне. Пірішки їм попалиш в святій броні. Кажуть, що білі шати – вбрання для янголів. Може і так, розумникам їм бідніш. Берці камуфляж і посмішка лаєвня. Тебе і серце, яке палає під тьмі. Ти захищаєш, світ щиросердно дякує. Книгу буття гортає з нами Бог. Лиш подивися, юний і сивий янголи, скільки ще нас попереду сторінок. І ще один вірш я зачитаю, мовжий недолер'я. Україні, я чую, як стогнеш, я бачу, як плачеш від зрадницьких полчищ, від смогу та згариш, а наручникові червоне і чорне, червоне від крові, а чорне від горя. У тебе стріляли, прицільно зі зброї, а ти не вмирала, не гинуть герої, засмучені очі твої волошкові, та зерня пророчі у кожному слові. Ти рук не складала, горіла як пломінь, серденька ще мало, 100 прізвищ на спомень, та пеклу не йметься. Ти знов під прицілом, стаємо до герцю, позаду могили наказано, пліснево вигнато геть. У нас, як у пісні, чи воля, чи смерть. І сьогодні до нас в бібліотеку завітали наші друзі, поети-барди. Я б хотіла, щоб вони до нас зайшли зараз. Будь ласка, це Сергій Большенко. Я б хотіла, щоб він поприйшли. І Ірина Ендріксон. Вона актор театру «Лялюк». А це вони наші. Матвініця, з вами був Олег Ендріксон. Новості спорту. Похоже? Хто із вас прийде? Я не знаю. Видиш, прошу? Да. Так і бери гітару. Якщо ви не проти. Ні, я куди не йду. Вже сидять. Скажіть, скільки можна произведення? Я буду слухати, скільки йде на доїзді. Давайте пойдем другим путем. Вот очень много, 70% в зале занимает молодежь. В 2003-2006 году вы слышали по радио песню «Дождь». Вот эту песню написал и пел я. Вы слышали, но не знали, кто это поет. На шансоне, на всех остальных радио это пел я. Я хотел бы в двух словах. Это с этого все начиналось. У меня очень много приятелей. Группа «За векном», «Сами свои». Это друзья Океан Эльзы Вакарчука. Очень много. Сейчас я познакомился с Шепелем. Вы, кстати, все смотрели 7-й сезон «Украина – мой талант». В полуфинале был Шепель. Игорь Шепель. Он доктором работает. Смотрели, да? Кто смотрел? Вы смотрели? Не смотрели плохо. Минус вам. Не зачет. Не зачет. Это мой товарищ. Я с ним познакомился в Киеве. Короче говоря, ребят, я вам сейчас всем покажу. Я понимаю, что на нынешнее время гитара отходит. Очень мало. Так сложились обстоятельства в нашей стране, что идет расслоение общества. На бедных и богатых. Уже скоро средних уже не будет. Вот эти все лексусы, доллары, они сделали все свое дело. Уже каждый идет по своим норам. Уже нету такой дружбы, как было раньше. Все делает свое дело. Люди, которые в возрасте, они прекрасно понимают. Мои бабушки и дедушки пели песни под гармошку, которую сейчас уже никто не поет. Как говорят, она стала непопулярна. А люди, которые на клавишах играют, это вообще люди, которые не могут на нынешнее время найти себе работы, место. Понимаете, они вообще уже... Что вы слушаете сейчас, молодежь? Какие песни слушаете? О боже, какой мужчина! Не-не, это по-модному, ну, что вы слушаете? Рэп, наверное. Блюз. Дальше. А скажите, а кто блюз? От кого? Не-не-не, не от кого, а кого именно блюз? Блюз — это направление музыки. Ну да. Да-да, а кого именно? Не надо в интернет, честно, интернет делает свое дело, я понимаю. Прям Синатра, если джаз. Согласен. Мне нравится саксофон, да. Согласен. Кому еще что нравится? Классика. Классика кто? Вот мой.
Согласен. Ребята, что вам нравится? Я извиняюсь, что я отступил. Я хочу узнать, кто чем дышит. Не любите музыку вообще? А что вы любите? Девок, пиво и что еще? Не, ну, да? Ребят, а кто вообще, ну, молодежь вообще, молодежь, а что вы слушаете? Вот дальняя парта, а что вы слушаете? Не мироманы вообще? А чем вы занимаетесь? Вообще ничего не слушаете? И плеера нет? Под настроение. Под настроение, логично. Ну ладно, давайте я вам покажу. Может кто-то из вас, ну, меня в городе многие музыканты, это не многие, 99,9% все узнают. Когда я на 95-м на площади Освобождения появляюсь, на Сусгороде, я участник X-Factor, участник «Украина моя таланты». Ордена и медали не буду себе цеплять, но всего у меня уже очень много. Играю я с 9 лет. Технику и скорость игры вы сейчас все увидите. Я хотел бы не совсем обязательно играть ДДТ, Алису, Арию, Металлику, все остальное. Самое главное – писать свое. Я вам скажу, участник международных всеукраинских фестивалей, авторских, бардовских, хочет в это все влаживать. Вот вы, девчонки, говорите громче. Я хочу услышать, о чем вы говорите. Вы так вот втроем, как знаете, вот, ну, спелись, и вот там шук-шук-шук-шук. Вы говорите, если вам не интересно, вы можете, в принципе, уйти, это же не вопрос. Они говорят, классные пацаны сегодня. Классные пацаны, да? Только на китайском языке. Самое интересное, ребят, если кто-то когда-то захочет заниматься гитарой, честно, любите инструмент, честно. Если у вас нет желания, лучше не занимайтесь и не садитесь. А если вы захотите играть, то играйте и получайте от этого удовольствие. Многие люди, даже богатые люди, подходили ко мне, звонили мне, просили, чтобы я занимался техникой, скоростью игры, техникой с их детками. За хорошие большие деньги. Ребят, это честно. Для кого-то это все умерло, для кого-то это все нет. Пройдет время, вы подрастете, вы это все поймете. На данный период времени вы еще как-то растете по ступеням. Вас еще это не интересует. Но придет какой-то промежуток времени, когда кому-то что-то постучится в душу, и кто-то начнет писать тексты, кто-то начнет писать стихи. Это обязательно, ну, не каждому, но кому-то из вас придет. Это обязательно. Поверьте мне, через какой-то промежуток времени вы вспомните и скажете, дядьковца из гитары, куда-то там говорил. Сейчас я вам просто хочу показать, какие есть методы игры на гитаре. Ну такого вы точно не видели. Давайте начнем с того, я вам скажу, когда вы будете петь, кто под пиво, кто под водку, кто под настроение, просто пойте и получайте удовольствие от того, что вы поете. Не просто там прохрипеть, не просто что-то простонать, а просто получайте удовольствие. И получайте удовольствие от каждого сказанного слова, то, что вы говорите. Я вам предоставлю новую песню, которая актуальна в сегодняшнее время. Буквально 3,5 недели назад в Киеве на вокзале я уезжал с Киева с фестиваля. Я после нашего фестиваля попал в Ирпень, в город Ирпень. Там был фестиваль «Лесная фиеста». Я мотаюсь по всей Украине, не только по Украине, и за границу езжу. Борюсь то же самое с гитаристами, с немцами, с поляками, с чехами. Понимаете, чтобы, ну, какое-то представление имели. Там учитывается скорость, техника, все учитывается. Я хотел бы, чтобы когда вы пели, чтобы вы просто получали удовольствие от того, что вы делаете. Вы что-то творите.
И когда вы поете, каждое слово надо донести до слушателя. До слушателя. Вот смотрите, есть песня, совсем недавно она, вот эта песня, слепилась. Написал текст этой песни мой товарищ, он генерал-майор, прошел мне одну войну. Он мне подарил книгу и сказал: Сережа, на международном, я хочу, чтобы именно ты сделал из нее вещь. И она звучит, сегодня вы знаете, что за окном вот такие события. В 2 часа ночи у меня брат мой сейчас в Луганске служит. Отвели тяжелую артиллерию. Война, ребята, заканчивается. Война заканчивается. Заканчивается это все. Уже со вчерашнего дня начали все отводить. Но солдаты еще стоят. Пока Россия не отойдет, потом отойдут только наши. Я в 2 часа ночи сегодня с ним разговаривал. Понимаете? Но тема актуальна. И надо отдать честь тем людям, которые легли за это все. Девчонки, если вы устали, давайте я вам спою, я пойду. Не устали. Ребята уходят навсегда потихоньку из больничных загонов. На носилки и в рай, за собой оставляя нам лишь теплую койку и количество скорби, ту, что льет через край. А ребята уходят, рвутся судьбы, как нити. Где-то крикнет опять молодая вдова, и растут на земле, и растут обелиски, и мы будем их помнить. Имена, имена. А ребята уходят. Дорогие браточки, наглотавшись войны, пропылившись насквозь, им в диагнозах ставят непонятные точки, чтоб за ними другим, то есть нам, чуть попроще жилось. Ребята уходят. Ребята уходят. Я вам спел полпесни, когда на вокзале пел. Люди, которые демобилизировались, уезжали уже с АТО, УКРОП и все остальные, я не знаю, как вы еще их по-другому называете, они встали по команде офицера, все стали на колени. И вот представьте, центральный вокзал в Киеве, вот так они все, хоп, и все плачут. Понимаете? Потому что мы не теряли. Мы теряли бабушек, дедушек, мам, пап, братьев и сестер. Мы не теряли друзей. Понимаете? Я просто видел, как они все плачут. Я почему полпесни спел, потому что мне просто больно. Понимаете, я просто видел, я понимаю, о чем вообще идет речь. Понимаете, ребят, дай Бог, что мы никого никогда не теряли. И если когда-то вы увидите там по телевизору меня на сцене, просто поблагодарите момент в своей жизни, то, что пришлось просто хотя бы со мной познакомиться. Я честно, искренне вам желаю успехов. Благополучие. Если надо, я вам еще спою 2, 3, 5 песен. Покажу все, что надо. Честно, ребят. Здорово, что мы друг у друга есть. Я искренне благодарен вам. Спасибо вам большое, что вы меня пригласили. Спою, конечно. Спою. Давайте вот хорошую. Сейчас осень, да? Опадают листья. И я думаю, вы все эту песню знаете.
Она хорошая. На ковре из желтых листьев, в платьице простом, из подаренного ветром крепдешина. Танцевала в подворотне осень вальс бастон. Отлетал теплый день, и хрипло пел саксофон, и со всей округи люди приходили к нам. И со всех окрестных крыш слетались птицы. Танцовщице молодой, захлопав крыльями, как давно звучала музыка там. Так часто вижу сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки кружится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Больше жизни, опьянев от наслаждения, о годах забыв. Старый дом, давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отворили всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Давайте. Да, Александр Яковлевич, да. А если вам интересно, я одну из последних песен спою. Если интересно. Спасибо. А что ты спрашиваешь? Они просто обалдели. Словно ладонью Божьей рассыпаны искорки звезд на море небес, на рубеже света и темени караулят светлую душу ангел и бес. На рубеже света и темени караулят светлую душу ангел и бес. Ангелу тесно и бесу не весело, искром одной непосильной среды гложет пожар света и темени караулят светлую душу ангел и бес. Гложет пожар света и темени караулят светлую душу ангел и бес. Словно ладонью Божьей
рассыпаны искорки звезд на море небес, на рубеже света и темени караулят светлую душу ангел и бес. Гложет пожар света и темени караулят светлую душу ангел и бес. Светлую душу ангел и бес. Правда же он так есть? Если вам интересно, я могу... «Дождь». Это самая первая песня, написанная в 96-м году. Да, как-то так сложились обстоятельства, что с этой песней попал на Криворусский фестиваль. И хоп-хоп, и ну как-то с этого все началось. Интересно, поем? Короче говоря, я так, как и вы, имею душу, имею сердце, как и вы, влюблялся, расставался. Это все было, это все у вас будет, это все было. И может у меня еще будет, я не знаю. Это жизнь, это жизнь. Короче говоря, так сложились обстоятельства, что так получилась песня «Дождь». Вы ее слышали в 2003-2006, ее гоняли по радио. Только она там записана с группой «Пульс». Здесь я вам спою сам. Автором музыки, текстов, расписывал ноты, это все я. Вот так сложились обстоятельства, но я вам сейчас ее напомню. Вот так она. Когда-нибудь такой же будет дождь, такой же тихий и спокойный вечер. Когда-нибудь ты от меня уйдешь, но не узнаю я тебя при встрече. Когда-нибудь ты скажешь мне прости, я больше не люблю, не обижайся. И выйдешь в дверь, чтоб навсегда уйти. Но не услышишь тихое, останься. Уйдешь, замрут шаги твои в тиши. И только дождь ко мне в окно стучится. Ты в эту ночь приснишься мне во сне, но только я тебе не буду сниться. Я тебя водоворотом чувства новые закружат, и в сердце снова расцветет весна. Растает холод, снег и стужа. Когда-нибудь такой же будет дождь, такой же тихий и спокойный вечер. Когда-нибудь ты вдруг ко мне придешь, но не узнаю я тебя при встрече. Когда-нибудь такой же будет дождь, такой же будет дождь. Вы не против? Можно еще одну, да? Я вам настроение поднял? Ну, девчонки, больше жизни. Серега, ну это было лучше. Я это не слышала вообще. Это еще 96-й, а потом... Когда Серега, это же романс. Я когда уже с командами начал работать, с коллективами нашими. Почему раньше они встретились? С киевскими. Она уже была прописана, она не так грустно, уже было прописано 14 музыкальных инструментов. И она такая импульсивная, бам-бам-бам, и она уже пошла по радио. Вот так вот получилось.
Команда швартовая дали, и с якоря снялись. Стоим по местам, как положено, снова стоим. По первому сроку, братишки, оденьтесь. По первому сроку. Положено в чистом на бой выходить морякам. По первому сроку, братишки, оденьтесь. По первому сроку. Положено в чистом на бой выходить морякам. Ведь так повелось, что матрос на вершине печали оденет фланельку, которой нет в мире белей. Поэтому так берегут моряки белых чаек. В их души вселяются души погибших друзей. Поэтому так берегут моряки белых чаек. В их души вселяются души погибших друзей. Команда швартовая дали, и вот мы у дома. Стоим по местам, как положено, снова стоим. По первому сроку, братишки, оденьтесь. По первому сроку. Положено в чистом с войны возвращаться к родным. По первому сроку, братишки, оденьтесь. По первому сроку. Положено в чистом в свой дом возвращаться к родным. Положено в чистом в свой дом возвращаться. Сейчас мы сидим одинаковые все. Они известны, кажется, правда? Кто-то будет на предприятии работать, кто-то на рынке, кто-то в бизнесе, кто-то в институте преподавать, кто-то будет с погонами и в руках держать флаг. Ребята, цените этот момент, пока вы рядом, пока вы вместе, пока есть детство, пока есть юность. А дальше, ребята, жизнь сделает свое дело, поверьте. Разбросает всех в разные стороны. Вы только получите об окончании школы свои свидетельства, и все, у каждого. Это путевка в жизнь. Не зря говорят, это путевка в жизнь. Вам дали среднее образование, а дальше, честно, история у каждого своя. Пока вы вместе, вы в команде. Цените каждую минуту. Если будет такая возможность, не унижайте, не обижайте слабых. Любите своих родителей, цените, потому что у вас других родителей не будет. Не забывайте бабушек и дедушек. Если вы дружите, дружите. Только не просто, чтобы было слово «дружба», а подкрепляйте ее действиями. Придет время, когда вы будете вспоминать, но уже будет поздно. Уже просто будет поздно. Честно, назад вы уже ничего не вернете. Я честно, я искренне благодарен, что вы меня выслушали, честно. Это не ликбез, это не лекция никакая. Я думаю, что я вам какое-то удовольствие принес. Если вам интересно будет, я вам сейчас пою массу песен. Честно, спасибо вам. И спасибо за то, что мы друг друга есть. Серый, ты только что говорил, вот столько свидетелей. Учишь играть на гитаре за большие деньги. Да, а за небольшие деньги, за дружбу. Без денег научишь меня? Я не знаю ни одной ноты. Я хотела начать с другого, но пусть Сереге будет за меня стыдно, но я сыграю как умею, хорошо? Серый послушает.
Да, серия немножко больше у меня. Не-не, так мы сейчас делаем немного меньше для вас. Конечно, петь на кредит. После этого фестиваля мне ничего не страшно. Поешь как в одно место. Крещатику, Верховный Ради, Каштану. Ребята, присядусь, пожалуйста. Да. Да. Я правильно называю фестиваль? Фестиваль, вот вы сейчас общаетесь, перед вами два победителя фестиваля, всеукраинского фестиваля. Покажи свой талант, свит. Покажи свой талант. Вышли, да? Они вышли в финал. Вот Сергей Большенко и Ирина Эндриксон. Просто запомнил. Это два фестиваля в одном получается, да? Ладно. Песенка троллейбуса. Играю пленула, пою душе. По ночам не спит троллейбус, по ночам грустит троллейбус. Почему я не автобус? Почему? К этим проводам привязан и всегда идти обязан, только по маршруту своему. Ну на что это похоже? Каждый день одно и то же. Та же остановка, тот же дом. Пешеходы-гастрономы мне давно уже знакомы. Я хочу маршрут, который не знаком. Я киваю всем знакомым, а во мне обида комом. Почему я не автобус? Почему? К этим проводам привязан и всегда идти обязан, только по маршруту своему. Я когда-нибудь не струшу, я слепой закон нарушу, оборву все провода и убегу. Убегу скорее на волю, к небу, солнцу, свету, полю. Но уйти без проводов я не могу. По ночам не спит троллейбус, по ночам грустит троллейбус. Почему я не автобус, почему? К этим проводам привязан и всегда идти обязан, только по маршруту своему. К этим проводам привязан и всегда идти обязан, только по маршруту своему. Сильно приду? Сильно нормально. Я могу подыхать. А мы потом с тобой экспромтом, я тебе приготовила это самое. Или выплывем вместе, или позоримся. Не-не, мы позоримся так, аж выплывем. Ну, я работаю в театре кукол, все считают, что это ерунда, но некоторые куклы 4-5 килограммов, и вот так 45 минут ее держишь, и 3 спектакля, 3 раза по 45. Вот, это не совсем просто, но... Принято считать, что театр кукол – это театр детский. Наверное, а сколько но... кукла написано? А? Сколько кукла написано? Есть по 4-5 килограмм. Вы что, ее из металла льете? Ну, это внутри идет такой каркас деревянный, механизация, одежда, может, барка. 4 килограмма. Придешь, попробуешь. Но это все не важно. Бывает большой зал огромный, заполненный, но это редко. Иногда бывает сидит... 10 человек, 20, а иногда бывает 3 человека, и мы для них играем. Но бывает на 500 человек играешь, и пусто. Бывает от одного человека отдача. Ну, эта песенка называется «Баллада о благодарном зрителе». Вообще люблю вот так вот. Господи, прости меня. Гастроли, 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 гостиниц дешевых уют. Когда же мы судьбы устроим, приедем туда, где нас ждут. Но снова холодные клубы, кружится над ширмою снег. От холода лязгают зубы, а в зале один человек. Не нужно нам зрителей тысячи, шумящий восторженный зал. Нам ж нужен невзрачный мальчишка, чтоб тихо спасибо сказал. Чтоб понял пацан эти муки, когда бьет противная дрожь. А ты трешь озябшие руки и куклу упрямо берешь. И ты позабудешь и стужу, и пар, что как в бане летит. Когда вдруг поймешь, что ты нужен мальчишке, что в зале сидит. На сцену глядит изумленно, и куклам и людям так рад. Мальчишка до боли влюбленный в красивое слово театр. Мальчишка до боли влюбленный в красивое слово. И вот так. Ну а теперь. Ну, Сина обещала, что меня обучит, а пока мы поем под минус, ну просто как. Серому легче, он, допустим, у него возникла мелодия, он ее запомнил, тут же поиграл, мне труднее, мне приходится долго, нудно петь,
записывать на диктофон. И так Серега может то, что я делаю минусом, сделать все на гитаре. Я не могу, я знаю свои плюса и минуса. Но я могу сделать это душой, но существуют разные эффекты, это должно быть все классно. Поэтому я работаю с композитором, с Володей Маслаком. Мы с ним сделали 3 песни. Давайте сейчас. Давайте лучше послушаем. Хочешь, я помочу? Ну, вы же классный. Снежная стая по синему небу. Летит сотня птиц, сотня душ над землей высоко. О, как бы вспарить и со стаей смешаться хотел бы. Умчаться от грешной земли далеко-далеко. Куда вы летите? И где вас теперь ожидают? В какую страну и какой неизведанный край? Меня, к сожалению, в небо грехи не пускают. А если взлечу, то, наверное, точно не в рай. Меня, к сожалению, в небо грехи не пускают. А если взлечу, то, наверное, точно не в рай. О, сколько же выпало вам на земле испытаний! Познали вы горе и слезы, и огненный ад! Хоть и ветер полета остудит, и боль, и страдание, но капельки крови на перьях, как слезы, дрожат. О, как же вы, птицы, родимую землю любили! Ее защитили, хоть битва неравной была. И вы не погибли, а просто тихонько вспарили. У вас подняли в небо 2 белых прекрасных крыла. И вы не погибли, а просто тихонько вспарили. Вас подняли в небо 2 белых прекрасных крыла. Thank you.
Ну, был такой товарищ, Сережа знает, Булата Куджава, который говорил, а у меня это не песня, у меня это стихи под музыку, который был учителем Владимира Высоцкого. Если вы знаете, я думаю, знаете. Ну что, наверное, будет тихо, да? Вот когда был в Киеве, был День Небесная Сотня, и фотографии, вы извините, что я сижу, они поднимаются. Ребят, их далеко не 100 человек там погибло. Рядом новые фотографии, новые свечи. Я посчитал их больше сотни. Так назвали, что Небесная Сотня. А их больше, больше и больше. Я таких и не видел, честно. Много разных людей погибло. И как-то так муторошно, я вот, когда подошел, вот, видел эти часы, видел это все своими глазами, ну, оно как-то ну, на душу так жестко так давит. Ну, просто эта следующая песня, она здесь не читается, записана тихо. Если вы будете тихонько сидеть, будет слышно. Подождите, еще раз. Сейчас начала раскручка идет. Я хочу просто сказать свою позицию. Я ни за кого, ни за тех, ни за тех. Я против всего этого бардака, против этого безумства. Я уже не могу так, мой друже. Мой друг, я больше не могу. Я Украину люблю дуже. Но как ее я сберегу от бомб, от пулей, от снарядов и від своих, и від чужих? Ці блокпости і барикади, о, як ненавиджу я їх. Я по ночам молюсь і плачу, хоч в этом нет моєї вини. Та сліз моїх ніхто не бачить, і все вирішують пани, а їх сочувствие насмешка. У них амбіції свої, а ми для них лише тільки пешки. Не люди ми, а холуї. А ми з бідою наодинці. У сім'ї горе печаль, а хлопців жаль. І українців, і русських дуже дуже жаль. А може досить розбиратися? І вибачити, і простити? А може просто обійнятися і просто жити? Просто жити образливо і так обідно. А помнись, друже, скаменись! Повірь, потім нам буде стидно. Нам буде соромно колись. Що буде з нами, я не знаю. А може бути, рискнем хоч раз. Я українською благаю. По-русски заклинаю вас. В театрі, коли бувають накладки, розказують анекдот. Анекдот політичний, про ДНР. Урок літератури в ДНР. Встає маленька дівчинка, 5 років, розказує стишок. А у нас сьогодні кошка родила троїх котят. Котята виросли немножко, всі в республіку хотят. Аплодисменты, короче, президент ДНРовский, не знаю, кто их собрали, телевидение, прямой эфир на весь мир, российскому миру. Девочку накрахмалили, завязали бантик, юбочку, поставили на стульчик, читай стишок. Прямой эфир. А у нас сегодня кошка родила троих котят. Котята выросли немножко, двое в республику хотят. Понятно, что все выключили, все волосы рвут на себе. Скажи, почему двое? А у одного глазки открылись. А може, може досить розбиратися і вибачити, і простити. А може, може просто обійнятись і просто жити образливо і так обідно. А помнись, друже, схаменись, повірь, потім нам буде стидно, нам буде соромно колись. Що буде з нами, я не знаю. А може бути, рискнем хоч раз. Я українською благаю. По-русски заклинаю вас. Ми тянемо наші рідки, словно руки. Но уже із різних стран у нас з тобою общі є внуки. Я березка, ти каштан. И общие у нас с тобою корни, и листва зелена. Да как же получилось вдруг такое? Ты один, я одна. И общие у нас с тобою корни, и листва зелена.
Да как же получилось вдруг такое? Ты один, и я одна. Хотела прикоснуться веткой тонкой к милым веткам твоим. Но между нами черная воронка, а над нами горький дым. Испуганно летят куда-то птицы. Умерла тишина. Закрыли небострашные зорницы. Это, милый, война! Закрыли небострашные зорницы. Это, милый, война. Закладкой ветру ванную страницу я вложу свой листок. Ты тянешь через глупую границу белоснежный цветок. Но порохом пропавший ветер дует с нашей общей реки. Зачем же люди глупые воюют? Ах, они дураки! Зачем же люди глупые воюют? Ах, они дураки! Снаряд тебя случайно искалечил. Потерпи, дорогой! Когда-то наши раны мы залечим, будем вместе с тобой. Поймут все люди, только поздно очень, эту ложь и обман. Ну а теперь, любимый, доброй ночи. Я березка, ты каштан. Ну а теперь, любимый, доброй ночи. Я березка. Прощение, трудно без микрофона, вот такой звук. Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок и чай не греет, даже мой любимый пес, пожав свой хвост, добра не ждет. И вспомнив правила игры, на улицу иду, мой магазин всегда открыт, в нем есть портфель. По памяти прошедших лет, когда отец платил за свет, тридцатку самый темный год. Голуби воркуют, слышишь, сделаю шаг. На согретой теплой крыше темный чердак. И мурашки по спине, мальчик маленький в окне, душу греет мне. Господи всемилостивый, это же я. Может быть, приснилось мне, а может быть, пьян. 40 лет почти один, лампу друг охолодил. Может, это джин. Ну как, малыш, твои дела? На третьем этаже еще все целые зеркала. И все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран. Фан-фан, тюльпан. Ты будешь долго у небес признания просить до той поры, пока тебе не будет 40. Но заболтался я, пора мне провожать свое вчера. Прощай, пуха, не бирай.
сделаю шаг. На согретой теплой крыше темный чердак. Мурашки по спине, мальчик маленький в окне, душу греет мне. Господи всемилостивый, это же я. Может быть, приснилось мне, а может быть я. 40 лет почтением, вам в утру как один. Может, это жил. Белье просохшее висит, как флаги в ноябре. А город с крыши так красив, ума лишится. Ты скоро про него споешь. Чумазый питерский гаврош сжимает риф, как финский нож. И будешь долго у небес признания просить, до той поры, пока тебе. Слышишь, сделаешь шаг. На согретой теплой крыше темный чердак. И мурашки по спине, мальчик маленький в окне, душу греет мне. Господи всемилостивый, это же я. Может быть, приснилось мне, а может быть, я. 40 лет почти один, лампу тру, как Аладдин. Может, этот джин? Обстоятельства. Мы обязательно встретимся. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что такое мастер-класс, когда мы сдаем технику, скорость. Вот я приезжаю на международные фестивали, где участвуют немцы, словаки, поляки, все. Я прохожу 7 классов техники, скорости, текстов сдаю. Цензуру проверяют в текстах. Потом выводят меня отдельный класс. Как я веду себя со зрителем, понимаете? Я вот с вами общаюсь, честно, я вас не боюсь, и вы меня не бойтесь, честно, не надо. Любой вопрос, когда вот вы, любой музыкант, когда играет на сцене, задают ему вопрос, он должен автоматически ответить. Не надо стесняться, не надо ничего, надо найти время и сделать. А по технике, по игре, ребята, я хочу, чтобы вы поняли, можно играть по-разному. То, что там во дворах играют, честно, я хочу, чтобы люди как-то успели, ну, на одной ступени не остывали там. Девчонкам будут петь романсы на ступеньках, играть там на 3 аккордах, понимаете? Но на этом не надо. Можно играть и вот так. Если вы уже профессионально играете, то же самое, что я вам показывал, можете играть вот так. И кто, если кто-то там будет учиться, не обязательно там в студию ходить, в музыкальную школу. Ребят, честно, если хотите там, ну, хорошо научиться играть, выучили 3 аккорда, выключили в квартире свет, чтобы не подсматривали, и попробуйте эти 3 аккорда просто отыграть. А вообще, честно, успехов вам. Ребята, одну минуту. Я думаю, что я бы хотела услышать вас.
Вам понравилось? Да. Только честно. Да. Не, правда? Да. Это я их выбираю, они еще остались от него, я их просто выбираю. Я понимаю, что вы после школы устали. А девчонки, мы таких душевных песен знаем про любовь. Поэтому нам надо просто еще отдельно собраться. Спасибо вам большое, что вы пришли. Приходьте еще. Кто хочет остаться или у кого есть возможность остаться, может остаться.